Как правильно выкидывать пластиковые бутылки? Как проходит рекультивация свалок по региону? И как беречь экологию? Эти вопросы задавали ученики 136-й гимназии министру экологии. Экоурок прошел в автозаводском образовательном учреждении. Такое просвещение – это часть реализации нацпроекта «Экология». Денис Егоров рассказал школьникам про объекты, которые прошли рекультивацию. Это Черная дыра, Белое море и Игумново. Также было сказано и про оздоровление Волги, и что опыт работы Нижегородской области будут применять и в других регионах. По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Сергеевича Никитина мы начали проведение экологических уроков. Сегодня уже провели второй урок. Первый урок был проведен заместителем губернатора Харином Андреем Николаевичем. Такие уроки проводить надо. Это экологическое воспитание наших детей. Сам сегодня провел первый урок для себя. Было очень интересно. Видел, каким интересом слушают ребята. Самое главное, вдвойне было интересно получать хорошие и правильные вопросы. Урок проходил не только в теории. Детям на примере показали, как правильно вести раздельный сбор мусора. Во время урока ученики задавали вопросы министру, и весь урок проходил в разговорном формате. Для меня лично сильно интересно, потому что нравится не только экология и биология, другие естественные науки. Во-вторых, меня сильно волнует экологическое состояние Нижегородской области. 136-я гимназия уже вносит свой вклад в улучшение экологии региона. Ученики постоянно участвуют в акциях и субботниках. Мы проводим различные акции. Например, в том году мы собирали батарейки, и к данной акции проявили интерес не только ученики, но и их родители, и учителя. А также мы проводили акцию по сбору пластиковых крышечек и хотим развивать дальше данное направление и уже хотим собирать пластик в целом. Такие экологические уроки будут проводиться и дальше в других школах, и не только Нижнего Новгорода, но и по всей Нижегородской области. Артемий Катков, Алексей Калякин. Время новостей.